Учения прошли на территории филиала Гусиноозерская ГРЭС. По легенде, разорвался сварной шов, из-за этого разлилось мазутное топливо в объеме 2000 кубических метров. Первыми на место ЧС прибыли силы и средства пожарной части Забайкальского центра аварийно-спасательных и экологических технологий. Отработали и оказание помощи пострадавшим с дальнейшей передачей их бригаде скорой медпомощи. Готовься! Подняли! Пошли! Координировали учения руководство предприятия и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством представителей ГУ МЧС России по Бурятии. На территории ГРЭС работала комиссия. Комиссии дана оценка к действиям удовлетворительная. Специалисты провели химразведку места ЧС, установили фоновые заграждения, чтобы локализовать распространение загрязнения, и откачали мазут. Всего в учениях приняло участие около 80 человек и более 10 единиц техники. Олеся Цыкина, Новости дня.